Всем ассаламу алейкум, уважаемые братья мусульмане. Наткнулся на это видео. Они говорят, приезжие мигранты из Узбекистана, из Таджикистана, из Киргизии. Они каждыми днями убивают, стреляют, кражу делают. Они говорят, надо с ним что-то делать, либо депортировать, либо вообще запретить в Россию по всему их семью. Что я хочу сказать, уважаемые братья. Эта передача просто очень много телевидений сейчас. Только про мигрантов говорит очень многие плохо. Нам этого надо, братья. Посмотрите остальных, например, как адекватные люди, которые наши из разных наций, себе ведут очень хорошо. Например, в многих местах на любого нация не помогает, когда где-то кто-то упал. Вы посмотрите, братья, почему-то только про нас говорит очень плохо. Почему? Вы задумаетесь. Потом вы заходите, пишите там, ходите там, орете. Мы такие, мы такие. Давайте будем себя вести в этом государстве очень культурно. Что-то я смотрю, делаю видеообращение. Многим нашим братьям стал не нравиться мои видеоролики. Я что хочу сказать именно тем людям. Если ты мусульманин, если ты меня смотришь, если я делаю напоминания, это добро сам зарабатывай для судного дня. Вы сами прекрасно знаете, когда судный день будет, тебе спрос будет. Призывал вы к исламу, напоминал вы в хорошую сторону, если ты мусульманин. Просто вы заходите, многие люди там, и пишите там, вы, которые люди, и обзывайте там, не умничайте там сидя. Я не умничаю, просто правду говорю. Если вам не нравится, просто отходите от канала. Отписывайтесь, вообще не смотрите. Я делаю только для своих родных. Если вам не нравится, вообще не надо смотреть. Ассаламу алейкум, уважаемый брат. Если вы посмотрели, обязательно ставьте лайки и подпишитесь, и поделитесь со своим близким. Это закончится. Когда на улицах Москвы и Подмосковья перестанут драться стенка на стенку и стрелять друг в друга выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран бывшего Союза. Почему такие побоища участились? Мы говорим с экспертом, но вначале подробнее о происшествиях. Итак, в подмосковном Одинцове подрались два десятка мигрантов. Как утверждают очевидцы, участники массовой драки были вооружены. Я хочу еще вам напоминать, скоро у нас на канале будет огромный бесплатный розыгрыш. 5 вот таких AirPods, оригинальный наушник, и еще телефон разыгрывается. Человек, просто подписаться на этот YouTube канал, на последний видеоролик, где написано будет розыгрыш. Заходите там, подписывайтесь, ставьте лайки и поделитесь со своими близкими. И обязательно в колокольчик включайте. Когда будет трансляция, я просто набираю как с скрытыми глазами. Если ты попадешь, я тебе лично по почте, любой страну, любой человек может выиграть. Много написали то, что любой человек может выиграть эту приз. Да, абсолютно все, для всех это бесплатно. Просто вам надо просто что делать? Подписаться на этот YouTube канал и поделиться со своими близкими. Ассаламу алейкум, дорогие братья, я вас жду. Скоро будет у нас старт. Ассаламу алейкум.